Добрый день. Мы находимся на форуме Объединения патриотических сил в поддержку президента России. И рядом со мной герой Российской Федерации. Представьтесь, пожалуйста. Ихсанов Рафик Рашитович. Расскажите о себе, о вашей деятельности, чем занимаетесь, что вам помогает? Ну, я член президиума партии ветеранов России. Мы занимаемся политической деятельностью. И вот сегодня мы создаем объединение в поддержку президента Российской Федерации для того, чтобы консолидировать все хорошие силы в одно объединение и идти дальше вперед и не допускать у нас в стране таких негативных явлений, как, например, Майдан или желтые революции, потому что мы не хотим этого, потому что нам не нужна свобода, которая непонятная свобода, в кавычках, да, которая приводит к всяким конфликтам, войнам, гражданским войнам, брат на брат и так далее. Мы считаем, что это такая свобода и демократия нам не нужна. Я как человек военный ответственно это заявляю, и поэтому мы сегодня здесь, поэтому мы объединяемся и готовы поддержать нашего президента и идти вперед, Россия вперед. На ваш взгляд, три основные проблемы социального характера, которые существуют у нас в России? Ну, проблемы, они есть, без проблем не бывает. Основные проблемы социального характера в России, основные три, сейчас вот навскидку так быстро не назовешь, но я думаю, что в первую очередь это для молодежи, чтобы молодежь по окончании учебных заведений, высших учебных заведений, они могли себя реализовать. Вот это, на мой взгляд, одна из таких основных социальных проблем. Мы должны каким-то образом создать условия для молодых людей, чтобы они могли себя реализовать. То ли это будет гражданская сфера, то ли это они пойдут в силовые структуры. Ну, в этом государство, я думаю, должно помогать молодежи. Ну, это объемная тема, в двух словах это не скажешь, это целый комплекс должен быть мероприятий. Вот, и следующей проблемой я назвал бы, что мы очень, на мой взгляд, на сегодняшний день уделяем мало внимания нашей молодежи, не только вот в качестве того, чтобы потом реализовать себя, когда они входят во взрослую жизнь, но и мы должны много внимания уделять сегодня патриотическому воспитанию, но мы говорим, что не воспитывать надо, а рассказывать на личном примере, быть самому примером, и тогда они и сами разберутся, и кто есть кто, и сами поймут, в каком направлении идти. То есть вот это, на мой взгляд, проблема из проблем, которые надо тоже решать комплексно, и общественные организации, и государство, и все-все силы. Надо этому очень серьезное внимание уделять. Ну и так далее, и так далее. Если проблемы все обсуждать, их достаточно много. Но на сегодняшний день мы не собрались там заниматься вот такими социальными проблемами. Мы говорим, что надо сегодня объединяться и идти вперед. Объединяться именно те силы, которые вот за Россию, за экономическое развитие России, за то, чтобы мы всегда должны защищать интересы России. Вот мы сегодня за это. Спасибо вам большое за интервью, и я желаю вам успехов в вашей деятельности. Всего доброго, до свидания.